симпатичное постельное белье. Открываются вот такие. Сейчас подумаем, что купить. Хочу что-нибудь красивенькое. Постельное белье раз в год покупаю. Хочется что-то купить. Ну, вот эти вафельные тоже интересные. Такой пудровый цвет розовый. Интересные. Это больше мужские такие расцветочки. Беленькая нет. Так, будем смотреть что-то такое интересное. Ну вот серенькая. Мне нравится серенькая. У меня в спальне шторы серые, но в другой спальне, конечно, у меня там все по-другому будет. Но кровать у меня горчичного цвета, горчица. Ну вот это интересное в полосатенькие. Ну хотя... Я знаете, как люблю, чтобы с одной стороны была полосатая или там что-то такой-то цвет, а с другой такое другого цвета. Вот. Ну вот такой вот у нас есть. Мы в прошлом году покупали вот такой вот. Вот такой вот. Сейчас даже он у меня на постели. Так, он дяденька выбирает себе постельное белье. Мы сейчас что-нибудь выберем. Что-нибудь выберем. Вот это интересное очень. Такое вот какими-то цветами яркими. Подушка интересно сделана. А внутри тоже у него так. Ну, он такой хлопок, да. Ну, это уже такое давно расцветочка висит, я ее видела. Вот это нет, слишком тоненькая. Вот это сатиновое, прям такое приятное-приятное. Сатинчик такой. Ну вот, как у меня, допустим, вот это, ну, такое, знаете, льняное. Льняное, я не хочу на завязках, тем более, мне это не нравится. Да, вот это вот интересное, вот это я, наверное, и возьму. Оно прям такое мягенькое, такое-то. Классненькая. Ой, вот это вот хорошенькая. Ну, на завязках опять, слушайте. Ну, я не люблю на завязках. Мне это совершенно не устраивает. А так интересное белье. Не знаю. Нет, наверное, не буду брать. Мне нравится на завязках. Люблю на замочках или хотя бы на кнопочках. Пускай будет. Так, не будем брать. Все, передумали. Так... Что еще есть? Но из этих ничего. Так. Что здесь? Видите, тут размеры разные. От размеров зависит и цена. Ну, это везде так, конечно. Так, от размеров и цена. Честно говоря, я даже не знаю, у меня даже глаз не падает, что бы я хотела, вот честно, что бы я хотела. Не знаю, этот сиреневый какой-то комплект, нет, это тоже мне как-то не особо привлекает, это нет, розовый полосатый, нет, тоже нет. Хотя и может быть он и ничего, не знаю. В общем, наверное, ничего я не буду брать. Мне ничего не понравилось. Только что вот этот может быть. Ну, знаете, если что-то не нравится, лучше не ходить и не выбирать, и не мучиться, да, допустим. Поэтому, так, вот этот вот, его нету, по-моему, вот этого комплекта. Такой вот, что это за комплект? Такой миленький рисуночек. Кстати, он приятный. А, тут 1,55 на 2,20. Нет, мне такой не подходит. Мне такой не подходит. Его и нету, поэтому он и не висит. Так, ну ладно. Ну-ка вот этот вот. Ну, это тоже опять же этот. Девчонки вот этот смотрят за 19. Ну, в принципе, он ничем симпатично. Но их нету, этих комплектов, по-моему. Они разобраны, их нету. Нету. Так, ну что сделать-то?
А я хотела что-нибудь купить. Их нету, видите, полка пустая. А здесь, только такие. Видите, все рыскают, ходят. А комплектов-то нету, разобрали. Ну да, сегодня выходной. Что надо было ждать? Выходной всегда куча народу. Вот этот вот тоже интересный комплект. Ну, они, наверное, маленькие, вот этот вот квадратиками. Да, нету. Так, может быть, мне вот этих вот посмотреть. Ну-ка, вот этот. Он такой простенький. Совсем, да, ну хотя вроде как и ничего. Такой вот есть комплектики вот эти, но не миленькие вот эти вот. Он неплохой, не знаю, сколько он стоит, такой или не такой, но это, по-моему, не такой. Это другой немножко. Так, надо искать, ходить, смотреть. Может, что-нибудь сейчас я и отрою. Так, это что за комплектик такой грязно-розового цвета? Тоже интересно. И он, кстати, уценен. Он стоил 40, теперь 25. И он неплохой. Он неплохой. Так, размер его. Так, какой размер? 1,40 м, ну, как раз мне. То, что мне надо. 1,40 м на 2. 288 розы. Красивенький. Я думаю, неплохо бы смотрелся бы. А вот этот интересно. Его уже нет. Он один только. Видите, какой. А можно взять. Почему нет? 40 стоит. Дороговато. Ты голубенький. Ой, я не знаю, честно говоря. Я что-то не знаю. Этих размеров, по-моему, нету. А, да, это большие размеры остались. Большие размеры, маленьких-то и нету. Так, ну, тут другой совсем. Ладно, сейчас еще порыскаю и посмотрю. Но это нет голубой. Нет, я не хочу голубой. То мы взяли постельное белье. Сам покажу, какое вот это вот. Оно было 35, теперь за 20. Кстати, хорошее качество. Я посмотрела вот такое вот. С одной стороны, оно вот так вот. Очень такое на замочке. В общем, вот такая вот полосочка. Вот тут вот так вот. Ну, качество нравится. Понравилось. Я выбирала, кто выбирала. Полчаса, наверное, стояла. Вперед столько стоит. Ну, хорошая. Хорошая. Вот оно. Нам будет хорошо под нашу кроватку. И второе мы взяли. Это где оно? А вот это вот. Вот это вот за 35. Оно неоцененное. Но оно такое, знаете, как такое натуральное. Очень красивое, как сатин такой. Прям переливается весь. Так, то вот это вот. Только мы размер взяли 1,40 м. Такое. Угу. И на замочке тоже. Душка вот так сделана. Так, ну ладно, все. Я довольна. В том году вот это вот взяли. Тоже два комплекта, тоже хорошие вот эти цвета. Так, хотела я вот это взять, но его уже нету. Ну ладно. Конечно, лопастая может быть. Все хотят, но его нету. А вот рядом слишком лопастая, вот этими цветами большими. Так, ладно, все, идем дальше. Идем в там проходим. Да, шады, конечно, шады. Вот видите, ног можно как взять. Такое. Ну, выбор есть. Ну, вот это вот какой-то тоже цвет. Вот такой ядовитенький. Тот, которого мы взяли, лучше. Такого же качества. Точно такого, да? Вот.
медовитенький цвет. А это классное. Вообще само качество классное. Так, идем дальше. Так, идем в ковры. Спальня у нас вот такого цвета, да? Такого как горчичного. Это как желтая. У нас горчица, прям горчица яркая такая. Красивая. Вот как наверху коврики лежат. Вот. Вот такие меховые штучки. Очень красивые. Потом куплю. Они тут маловатенькие и дороговастенькие. Я потом куплю другое что-нибудь, но побольше. Видите, они какие разные расцветок. Вот камера не передает, не передает. Смотрите, горы наваленные. Вот они, подушки. Ковры, ковры, ковры. А вот подушки есть такие же вот натуральные. Козлик или как его там. Такая вот серенькая. Потом придется купить обязательно. Очень нравится мне такое все. Эти ковры уже прошлый век. Ну и вот такой коврик тоже интересный. И вот коровы вот такие. Ой, жалко, бедно животное. Хотя я сама меха ношу. Но... такие вот. Так, идем мы теперь. Этот, как его... где бабы? Ну, мы здесь не заказывали. Мы в другом месте заказывали. Хотя здесь тоже можно было заказать. Ну, вот такие люстрочки мне нравятся. Лампочки. Интересненькие. Мне кажется, интересненькие. Так, ну что, вот они там еще есть. Вот эти вот. Видите? Такие вот. Ну, там, немножко не то. Ну, что-то наподобие. Да, вот эти нравятся. Ну, видите, так себе. Не знаю. Дешевенькие какие-то. Не знаю. Надо специальные магазины идти покупать. Специализированные. Где-то, наверное. Тоже интересные. А вот эти лампы, которые бы... сказать, блестят. Нам тоже надо будет их покупать, они метражом идут. И надо посмотреть, какой цвет нам надо. Галогенки, ну-ка. Тоже надо. Вот такие какие-то. Но они тут не передают, конечно, свет. На самом деле они красиво смотрятся. Мне этого не передают. Это интересное. Видите, какие. Зеркало просто. И вешаешь. Интересненькая. Штучки тоже. Интересная. Интересная. Хорошая идейка. Вот видите, какие они. Такие вот. Надо подумать, что мы хотим, и определиться, и потом уже покупать. Ну, вот эта штучка дейки, цена 5,499. Хочу выбрать, наверное, белую, вот эту розовую. Красиво, смотрите, какие у меня огромные цветы. Огромные, а там внутри беленькая. Это красиво. Я бы хотела, наверное, белую. Это, наверное. Беленькую.
Так, какой мне взять? Красивый, ну их замучили уже. Смотрите, вот пятнистые. Вот уже красивые какие. Вот эти можно вот эти взять. Но их мало тут, пару штучек. Вот это. Красивая вот эта орхидейка. Сейчас думаю, какую мне взять. Орхидейку, не знаю, прям. Эти меленькие, эти какие они. У них цена у всех разная. Эти вот уже по 7. Тоже по 7. У меня дома розовая есть. Но я чисто не больная орхидеями этими. Я вот сейчас думаю, какую мне взять. Вот это вот только начинает, но они очень крупные такие. Ну-ка, что там еще есть? Я думала, а вот розовая красивая. Сейчас мы посмотрим. Ой. Вот уже сломали. Ну, хотя у меня розовая есть. Смотрите, какие цветы. Огромные. Так. Взяла вот такие вот два сока. Очень вкусные. Я их попила. Сейчас они мне так понравились. Вот сейчас купила для дома. Ну, сейчас выпью в машине. А мужу понравился вот такой сироп. Он его взял, две бутылочки. Сейчас мы купим. Дома водичку делать. И все. Поедем домой. Так. Ой, мне руки обваливаются. Палец замерз. Холодная очень. Стою в руках, держу. Ну-ка, покажи свой напиток. Такой сиропчик. Он очень вкусный. Брусничный, да? Брусничный. Давай сразу поставлю. Какие-то выдают книги. Это что такое? Бесплатно, да? Подарочки дают. Das kriegt man da. Danke.